ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Starstable Online. Посмотрим, что же за новый вальс в лесу холлов появился со светлячками, какую ежедневную гонку мы сможем открыть, а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайся поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество Starstable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большущее количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка Старайдеров, Лайфа и донатной валюты Старкоинсов. Так что, перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца. Переходи в данную группу по ссылке в описании. Так как это задание, можно сказать, будет постоянно сюжетным, а не ивентовым, я вынуждена отключить снег, чтобы вы видели, как же все красиво здесь будет происходить. Ну а так как это лес холлов, нужно обязательно включить музыку, потому что она здесь очень красивая и очень сильно влияет на атмосферу. Нужно только что-то полегче переодеть. Сейчас быстренько переоденусь, и мы начнем выполнять задание. Вот так-то лучше. Ну что ж, у нас задание появилось в лесу холлов у Рейанша. Рейанш? Да, у Рейанша. Так что давайте же поговорим с ним и узнаем, что нас ждет новенького. Нам добавили два задания. Это феноменальные светлячки и подруга светлячков. Привет, Дарья. Скажи, пока ты собирала светлячков, тебе не встречалось чудесное явление, известное как вальс светлячков? За это нам дают немножечко шиллингов, 50 опыта и 25 света. Нет? О, такое нужно увидеть. Иногда где-нибудь в лесу холлов собирается много светлячков, и они начинают кружить в воздухе, словно танцуют. Я всегда радуюсь при виде этого сказочного действия. Две мои ученицы, Ада и Зури, как раз отправились на поиски вальсирующих светлячков. Если поскачешь следом, то можешь их догнать. Они недалеко ушли. Привет, Дарья. Ты знаешь мою подругу Макену? Так, тоже дают 50 опыта. Хо-хо-хо, ребята, чувствую, в скором времени 25-й будет не за горами. Так, Макена — это, видимо, та самая девочка, которая уже давно была добавлена в игру и стояла как просто NPC, да, NPC без имени. Привет! Хочешь поискать с нами светлячков? Эй, Зури! Зури! Значит, ты, Дарья, тебе прислал Рейанш? Класс! Рада познакомиться. Я бы представила тебе свою сестру Зури, но эта глупышка опять беспечно умотала в дебри леса. Мы искали вальсирующих светлячков, а теперь, видимо, придется мне искать ее. О, у меня идея. Давай я поищу Зури, а ты пока найдешь светлячков. Так, давай. Вальс светлячков вот-вот начнется. Пора собирать наших танцоров. Вот бы надеть на них бальные платья. Было бы так мило. Ой, я отвлеклась. Вперед! Так, за это нам дают 100 единиц опыта персонажей, 200 опыта лошади и 50 единиц света. Собери светлячков и принеси их Аде и Зури. Так, это будет у нас вот такая, видимо, ежедневная гонка. Которая, видимо, будет всегда давать 200 опыта лошади, я надеюсь. Мне нравится музыка. Гонки через ручей, это уже интересно. Главное не утопиться в воде.
Мелодия действительно очень приятная. Да и вообще лес Холок стал для меня неким местом созидания, спокойствия и уюта. Тем более, что она мне напоминает о былых временах, когда я играла в World of Warcraft, так как эта локация очень похожа на типичные леса последних обновлений в Вове. И музыка тоже достаточно похожа. Может быть, нехорошо так сравнивать, но мне прям это греет душу и сердце. Ух ты! Это так красиво! О, сколько их! Ой, мне не нужно было их собирать, да? А, нет, нужно? Или не нужно было? Что? Я немножко не понимаю. Там была надпись, и я как-то пропустила ее мимо ушей. Хо-хо-хо! Вау! Да, зимой бы это было не так эффектно. Это очень красиво. Так, а сейчас, видимо, будет как раз заставка. У нее эльфийские уши? Неужели у нас теперь появились именно конкретно персонажи-эльфы? Ура, ты здесь! Потрясающе! Как красиво! Так. Дарья, ты быстро добралась. Да еще и устроила великолепное представление. Поговори с Адой Зури. Наконец-то я могу познакомить тебя с моей сестрой Зури. Прости, Ада, я не хотела, чтобы ты волновалась. Просто мне не терпелось найти вальсирующих светлячков, и я побежала за одним из этих малышей. Но место их слета так и не нашла. Ничего, ведь Дарья привела светлячков с собой. Я и вообразить не могла такую красоту. Дарья, спасибо, что помогла устроить это шоу. Риандж будет рад узнать, что нам удалось посмотреть танец всем вместе. Дарья, спасибо за все. Приходи в любое время. То есть вот это вот то, что они кучкой летали именно в самой гонке, это, видимо, и был вальс светлячков. То есть я его сорвала, наверное. Так, ну что ж, мы получили теперь ежедневное задание. Интересно только, где она будет находиться. Ага, сдать его нужно еще глубже в лесу. Неужели Раянш там? Ладно, давайте искать его. Так, я предполагаю, что это место находится вот здесь. Ага, это... Нет, это не Раянш, это Маккена. Это же кто к нам летит? Неужели любительница светлячков? Уверена, это Раянш тебя прислал. Приятно познакомиться, Дарья. Светлячкам пора спать, а они все не возвращаются. Если их долго нет, значит, они на опушке неподалеку. Пожалуйста, верни их на это дерево. Справишься? Так, тоже гонка. Тихий час для светлячков. Тоже 200 опыта. Музыка вроде бы та же самая, но все равно это очень приятно, что теперь в лесу Холов у нас столько гонок. Надо будет перепроверить и узнать, за какое время теперь игрокам, которые достигли высокого уровня, которым открыты все гонки. О, собери светлячков, так. Пожалуй, мы их все-таки соберем, но не в таком масштабе, как в прошлый раз. За сколько теперь возможно прокачать вашу лошадь до 15 уровня? У меня такое предчувствие, что теперь это возможно сделать за 2 дня, а не за 3. Так, до тех я, наверное, уже не допрыгну. Ой, как их много. Ну это так красиво, ребята. Это очень красиво. Проехала.
Все ради красивого кадра. Мне безумно нравится маршрут. Вот бы можно было бы включать доску, чтобы эти препятствия находились в игрушке постоянно и составлять по ним кросс. Молодец! Светлячки такие красивые, правда? А когда их сразу много, это просто сказка. Да, нам добавили ежедневную гонку, в которой нам дают 0 шиллингов, 50 единиц света и 125 опыта лошади. Это меньше, чем стандартная гонка в 150 или 175 опыта. Ну что ж, жалко, конечно, я надеялась на постоянное получение в размере 200 опыта. Ну, давайте посмотрим, где мы теперь будем постоянно брать гонку у сестер. Теперь ежедневно вы можете брать две гонки. Первая у Маккены в лесу и вторую у Ады, прям недалеко от Вейлдала, за которую вы будете получать 10 шиллингов, 125 опыта лошади и тоже 50 единиц света. В общей сумме за эти гонки вы получите 250 опыта. Ну что ж, это очень классные гоночки, мне они безумно нравятся. За счет этих светлячков действительно появляется ощущение магии и волшебства, плюс такая прекрасная музыка, локация. Да, я ее полюбила, я к ней привыкла. И на самом деле она изменилась, мне кажется, с тех пор, как ее добавили к нам в игру. Мало того, что у нас теперь есть путь ренологии, путь света, путь... Все это очень классно, очень интересно и действительно добавило очень много актива в Star Stable Online, связанным именно с Вейлдалом. Это не может не радовать. Это все, что было добавлено в этом обновлении. Ну а на следующей неделе звон колокольчиков разносится по лесу, призывая очаровательное создание. К нам должны будут приехать два магических единорога по Софина, которых я очень-очень жду. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео.